Всех приветствую на своем канале, а также на 9-й части создания оконного приложения на Windows. В этой части мы сделаем динамическое меню для выбора нашего Serial.com порта. В предыдущей части мы научились подключать внешние устройства через Serial.com порт, однако для подключения у нас был выставлен один номер порта, который нельзя было поменять из приложения. Поскольку на разных устройствах компорт может быть также различным, мы сделаем меню, в котором будет отображаться все доступные порты, к которым можно подключиться. Сначала создадим две переменные для меню. Первая для меню портов, а вторая для списка доступных портов. Создадим меню. Меню портов будет под меню, позволяющее обновить доступные порты. Создадим для этого команду onSerialRefresh. Во втором подменю будет непосредственно список доступных портов. Добавим меню в корень и проверим, что получилось. Создадим функцию обновления портов. При каждом обновлении сначала очистим список доступных портов, чтобы записать новые. Создадим переменные для хранения количества доступных портов и текущего порта. В цикле пройдемся по всем номерам доступных портов, начиная с единицы. Значение COMPORT AMOUNT я поставлю 50, поскольку не может быть номера порта выше 49. Теперь, подключившись к порту, проверим, доступен ли он. Если подключились, то добавим меню подключения к этому порту. В качестве команды будет какая-нибудь константа плюс номер текущего порта. Обрати внимание, что комбинации, начиная с константы до константы плюс COMPORT AMOUNT, не должны совпасть с другими командами. Например, для этого я возьму значение 120. Константу назову COMSELECTINDEX. Если доступный порт уже выбран, то текущий порт будет номером меню. Позже мы поставим отметку, что порт уже выбран. После каждой попытки подключения закрываем порт. Теперь, если текущий порт не равен минус единице, то создадим галочку на этом меню. Текущий порт является позицией, на котором находится меню. Обработаем команды этих меню. В событии VM команд перед вторым switch проверим, не попадает ли команда в выбранный диапазон. Если да, то выбираем порт. Для этого просто вычтем из команды меню константу. Также обновим список меню и выведем в статусе установленное меню. Обновим порты и при создании окна. Запустим приложение и посмотрим, что получилось. Пока устройство у меня не подключено, у нас отображается только служебный первый порт. Значит, все отлично работает. Обработаем также команду на обновление списка портов, вызвав созданную функцию. Запустим приложение. Когда я подключаю плату и нажимаю «Обновить», она появляется в списке. Если выбрать плату, она отмечается галочкой. Если отключить плату и обновить список, то в списке ее теперь не будет. Теперь ты также сможешь реализовать динамическое меню. Это позволило нам выбрать любой доступный порт из приложений. Надеюсь, это видео было тебе полезно. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал.